Здравствуйте, меня зовут Гасунс Марцис Юрьевич, я кандидат филологических наук и издаю книги по санскриту. Сегодня я получил 9-ю и 10-ю книгу моей серии и хотел бы вас попросить принять участие и поддержать в переиздании грамматического очерка санскрита Андрея Анатольевича Залезняка. Осталось 8 дней из суммы в 170 тысяч рублей, которые необходимо, чтобы тираж издать наилучшим образом. Собрано 62 952 тысячи рублей, и у нас 52 спонсора. То есть осталась неделя. Если деньги не успеем собрать, соберем где-то 100 тысяч рублей, то у нас печать будет, как обычно, хотелось бы издать на порядок лучше, чем Косовича и Кудрявского, то есть на мелованной бумаге, четкая печать, возможно, даже с другой обложкой, тканевой, но это зависит от вас. Воздадим дань уважения работам и жизни Андрея Анатольевича Залезняка, который покинул нас в конце прошлого года и который дал мне все, что я знаю о санскрите. Помогите мне сказать спасибо. Поддержите меня. До скорой встречи.